Китай – це не тільки велика стіна, рис і дешеві товари, що заполонили полиці магазинів по всьому світу. Це ще давня країна з багатою історією, культурою, яка подарувала світу чимало винахідів, якими ми наразі всі користуємося, ви знаєте, по цей день. Китай дуже-дуже різноманітний. Побувавши в одній його частині, можна бути впевненим, що буквально за 1000 кілометрів звідси вирує дуже-дуже активне життя. В нашій ранковій студії вже наша перша ранкова гостя, звати її Інга Дударевич. Вона знає про Китай не з Google. Дівчина прожила там 1,5 роки. І наразі Інга буде ділитися з нами свою історію. Інга, доброго вам ранку. Добре утро. Інга, розкажіть, будь ласка, ви наша колега, журналістка. Да. Так? Як так сталося, що одного разу ви все покинули і поїхали до Китаю жити туди на 1,5 роки? Знаете, это очень-очень долгая история, но начинается она с нашего Днепропетровского университета имени Олеся Гончара, где я писала диссертацию. И получилось так, что вот-вот я уже подхожу к окончанию диссертации, и мне говорят: «Как так, Инга, вот ты пишешь о азиатском телевидении, а ни разу в Азии не была». Я говорю: «Ну, не была, да». И они такие: «Так нужно?» Я думаю: «Ладно, съезжу-ка я на 3 месяца, изучу азиатское телевидение, газеты, вот все, что могу, все изучу». И получилось так, что я оказалась в Китае. И он настолько меня поразил, что я задержалась вот уже на 1,5 года там. Uh-huh. И Китай действительно поражает. Диссертацию я отложила, то есть я вернусь к ней, но пока... А, ще не закінчили? Нет. Но уже... Просто я думаю, що матеріал точно зібраний, так? Да, да, у мене большая-большая така стопочка, у мене много папочек в телефоні, в комп'ютері, і когда-нибудь такі я закончу. Но сейчас я понимаю, что изучение самого Китая как бы изнутри для меня более приоритетно, чем окончание диссертации, потому что к ней я всегда вернусь, а вот к Китаю нет. Це була певна програма, завдяки якій ви потрапили до Китаю, чи просто зібралися і поїхали? Я собралась і поїхала. У мене був один знайомий, який говорить: «Інга, я тебе допоможу, я тобі розкажу, що там да як. Я предоставлю тебе і інформаційне агентство, і газети, де ти можеш поработати». Я говорю: «Отлично, все, хорошо, поїхали». І я собралась, і дійсно це був культурний шок поначалу, тому що я оказалась в новій країні, було тяжело. Когда я оказалась в аэропорту, среди огромного количества китайцев, которые во многом, ну, в большинстве своем не говорят по-английски, мне было тяжело. Но постепенно я изучила язык жестов. Не китайский, но язык жестов. И в итоге это помогло. А яким чином обирали місто, в якому жити? Що це було за місто? Это город Гуанчжоу. Город большой. Я понимаю, что там, опять же... Скільки мешкає? 10 миллионов. Вау. Угу. Да, но на самом деле, когда ты оказываешься в городе, то ты не ощущаешь, что людей действительно много. Вот разве что на 1 мая, да, я вышла на улицу, и я понимаю, то есть я вышла из метро, в метро уже было много людей, но когда ты оказываешься в центре Гуанчжоу, на большой площади, то ты видишь все этих людей, которые тоже вышли гулять, потому что у них выходной, ты понимаешь, что вау, Китай большой. Зараз бачимо, так, до речі, фотографії на екрані. Да, чому обрали саме це місто, Гуанчжоу? Яким чином обрали? На самом деле, там мне посоветовали информационное агентство, в которых я работала. Плюс в дальнейшем я встретила своего мужа там, и так что я осталась в этом городе. Да. Тобто у вас така поїздка і завершилася, скажімо так, історією кохання. Да, да. Клас. І, ну, якщо ми на телебаченні, так, і ви там працювали, і дисертацію писали, розпочали писати на тему телебачення. Да. Розкажіть же нам про телебачення в Китаї, яке воно, і чим взагалі відрізняється від нашого? Так як... Китай все-таки отличается от нас во многом. И очень популярен в Китае развлекательный сегмент. Я на самом деле, когда пришла, опять же, я окунулась в эту развлекательную индустрию, в том плане, что ты видишь очень много рекламы с китайскими певцами. И на самом деле, то есть я отличаю китайцев. Но эти прекрасные пареньки и девушки, они настолько... доведены до совершенства, что потом я постепенно прекратила понимать, где есть что. А так, китайцы очень любят китайские сериалы. Вот я, к примеру, когда еду в метро с утра или вечером, или днем, я вижу, что китайцы, которые едут на работу, они сидят в телефоне, смотрят китайские сериалы, причем китайские сериалы у них... Які патріотичні. Да, они исторические, с элементами фантастики. Поначалу я думаю, что это такое, что они смотрят, почему они так отличаются от наших сериалов. Потому что наши, они жизненные, они пытаются как-то снимать о жизни. Китайцы же, они, мне кажется, они уходят больше в, опять же, в исторический контекст, с элементами фантастики. Им это нравится. Постепенно я начала это анализировать. Я не скажу, что я увлеклась этим, но это действительно довольно-таки интересный опыт.
Закохалися, ви також у китайця чи ні? Ні, мой муж теж українець. Ви спілкувалися багато з ними, працювали. Розкажіть нам про різницю між українцями і китайцями, і, можливо, ми в чомусь схожі. На самом деле китайцы настолько дружелюбный народ, что я была не готова к этому. Я привыкла, что я окажусь одна в незнакомом городе, незнакомой стране, но когда у меня была карта на китайском языке, я помню, что это была первая неделя, я не могла понять, в какую сторону на автобусной станции мне садиться. Я не понимала по карте, в какую сторону мне нужно ехать. И ко мне подходит китаец, он не понимал, он не мог говорить по-английски, я не могла говорить по-китайски, но он понимает, что у меня какая-то проблема, и он с помощью языка жеста понял, что мне нужно, и подсказал. И это не единичный случай. То есть, когда я чувствую, я понимаю, что мне нужна помощь, удивительно, но незнакомые китайцы действительно стремятся тебе помочь. Uh-huh. И... Тоже доброзычливые да. такие. Uh-huh. И так к этому привыкаешь. Даже бывали такие случаи, что ты заходишь в кафе, и китайцы такие: «О, приходи к нам, садись, вот тебе еда, это все бесплатно, кушай, пожалуйста». Вот были такие случаи. То есть китайцы поражают своим дружелюбием и гостеприимностью. Чула, что они трохи такие хитрые. На самом деле, да. Китайцы, они умеют зарабатывать деньги. Практически каждый из них, то есть если брать семью, то в семье однозначно кто-то из них предприниматель. У них есть свой маленький бизнес, и тоже, что удивительно, несмотря на огромное количество китайцев... На конкуренцию. Да, конкуренция, они получают прибыль. И даже, не знаю, даже работы одного из членов семьи хватает на то, чтобы вся семья могла в дальнейшем хорошо существовать, mm-hmm. кушать, обеспечивать детей жильем, едой и образованием. Mm-hmm. А образование довольно-таки дорогое в Китае, насколько я знаю. Mm-hmm. Тобто ви поїхали подорожувати, проте залишитися так і навіть піти працювати. Де ви там саме працювали, яким чином знайшли роботу, розкажіть. На самом деле я подрабатывала, не могу сказать, что я в полной степени рисовала, я решила посвятить себя искусству рисованию. То есть я преподавала онлайн-уроки рисования, я преподавала даже несколько для уроков китайцев? Для китайцев, ага. Для маленьких китайцев. Это было так мило, опять же, ты не знаешь китайского, я не знаю китайского, они не знают английского, но с помощью, опять же, каких-то повторений, мне помогали даже в некоторой степени китайцы, я учила их рисованию, это было здорово. Сейчас я себя полностью посвятила рисованию и занимаюсь этим, и развиваюсь в этом направлении. Ну, зараз покажемо ваші фотографії. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про це ваше хобі, або це вже ваша основна справа. Я так розумію, що у вас є художня освіта, так? Да, у мене є художнє образування, воно частне. Екатерина Афанасьевна Берчатова. Я проходила к ней 8 лет, и я безумно ей благодарна, потому что она смогла раскрыть мой талант. В основном это репродукции или же что-то с моей головы. Я люблю рисовать портреты. Вот сейчас, опять же, я углубилась в это. Я сейчас развиваю себя в информационном рисовании, то есть планшеты, какие-то Photoshop, Procreate, разные программы. И мне это нравится. И я понимаю, что за этим будущее. Uh-huh. Ну, я надеюсь на это. Наразі трохи від журналістики ви відійшли, так? Да, в даний момент, да. Но в то же время меня продолжает это интересовать. Бывает такое, что я даю какие-то частные уроки, как писать статьи, как брать интервью, как фотографировать. Образование. Для китайцев? Да. Образование и для китайцев, и для наших. То есть в Китае очень много наших, которые в том же рисовании, они очень хотят обучаться в разных направлениях, и они просили меня, чтобы я обучала их рисованию. Вот, так что образование в нашем университете действительно мне помогло. И, собственно, работа. В дальнейшем я работала преподавателем, это тоже очень помогло. Що не сподобалось в Китаї, з чим ви ніколи не погодитеся, так? Еда все-таки мне не подходит. Китайцы, еда специфическая. И опять же, я очень люблю молоко, творожок, кефирчик. В Китае это найти очень-очень тяжело. Ага. В обычных супермаркетах ты этого не найдешь. Опять же, если заказывать где-то в интернете или какие-то есть русские магазины уже, там можно это найти, но это довольно-таки дорого. Плюс китайцы очень любят жирную еду и мясо. Так как мясо для меня не в почете, но я люблю креветки. Креветки в Китае очень вот такого размера. Класс! И они стоят дешево. На наши деньги где-то полкило стоит 80 гривен. Вот за такие громадные угу. королевские креветки. Тигрови, так? Или? Да. Угу. Или тигрови, да. Или королевские. Угу. Причем китайские базары очень-очень интересны. Там можно найти живых черепашек, и змей, и скорпионов. До речи, чи пробовали вы эти все різновиди, скажем так, живности? Я попробовала тараканов. Ой-ой-ой. И какие-то улитки. На самом деле, если закрыть глаза и не думать о том, что это таракан, я не могу сказать... Вони, напевно, хрустять, да. так? Да. На зубах. Они очень хрустят, и вот
Я пыталась заставить себя думать, что это курица, как мне говорили. Это на вкус как курица. Но нет, они просто хрустят, и ты понимаешь, что ты кушаешь жука. Но я попробовала. А смакуя я курка? В какой-то степени, как очень-очень зажаренная курица. Вот, то есть это хороший опыт, но больше не хочется. Інга, за цей час чи встигли подорожувати країною? На самом деле, я поехала к своей подруге в Цзинань. Там было очень-очень холодно, то есть я живу на юге Гуанчжоу, на юге Китая, она живет на севере Китая, и там довольно-таки холодно. Плюс я к ней ездила в январе и была в Шанхае. Шанхай поразил, он масштабнее, чем Гуанчжоу. Там, причем я была в Шанхае в ноябре или в декабре даже, и погода была очень-очень теплая. Опять же, сравнить с нашей погодой, когда в декабре ты уже ходишь в шубке, в таких валенках, что там, в угах. Ну, то есть все, что у тебя есть, ты пытаешься на себя надеть, куча свитерочков. В Китае, я помню, я ходила в юбочках и в легеньких каких-то ветровках. Опять же, разница в погоде очень-очень поражает. Інго, у нас є ще невелике бліц-опитування, котре буде корисне для тих, хто планує відвідати Китай як турист, так? Да. Ви точно нам порадите. Яка пора року найкраща для подорожі до Китаю? Ну, ми тут щойно зрозуміли, що це залежить від регіону, да, так? Да. Тобто, якщо це юг, звісно, краще туди їхати в початку весни або пізньою осінню, тому що літо там дуже-дуже жарке, жарко і влажне. Якщо ж це север, то краще літо. Опять же, если вы находитесь в центральных регионах, конечно, лучше путешествовать. То есть вы приезжаете, к примеру, в Пекин, и от него можно ехать, ехать, ехать. Есть Санья, который, если я не ошибаюсь, прямо на юге Китая. Это туристический остров, и там можно хорошо отдохнуть. И люди любят. Очень много, как я слышала, из украинцев едут именно непосредственно в этот регион, пытаются найти там работу или же каким-то друзьям. І їм там подобається, тому що там є море. І вони можуть насолоджуватися морем. До речі, китайці, коли ви розказували, що ви з України, вони взагалі чули про нас? Да. Причому на китайському Україна буде Укилан. Ага. І коли вони спрашують, откуда ти, откуда ти? Ти говориш Україна на англійському, вони не розуміють. А потім такий говориш Укилан, вони такі, да, це там, де красиві дівчатки. Я кажу, да. Клас. Да. Тобто, вот це вот характеристика України для китайців. Щодо транспорту, яким користуватися, аби не заблукати, це виключно метро? Метро, конечно, легче и проще, но поначалу будет тяжело. Я думаю, надо начинать с автобусов. Плюс самое главное, когда желающий поехать в Китай туда, в Китай там все-таки окажется, пусть установит себе карты. И желательно это карты китайские, потому что они проще. Дело в том, что китайские карты, они могут быть и на китайском, и на английском языке. И с китайскими картами не заблудишься. Без китайских я лично не могла сделать и шагу. Потому что ты действительно не знаешь, куда идти. Но опять же, с другой стороны, можно даже не знать город, но ты прокладываешь маршрут, как на Google Maps, и ты спокойно можешь добраться до любой точки города, страны, куда хочешь. Клас. Інга, ну и своє найближче майбутнє ви пов'язуєте з Україною чи з Китаєм? Хочется побыть еще какое-то время в Китае, но я понимаю, что я хочу вернуться в Украину, потому что я набралась опыта, я хочу защитить таки диссертацию. Ага. Вот, то есть тот план, который я перед собой поставила, ту цель, да, я хочу таки ее осуществить. Китай — это очень-очень большой опыт, но менталитеты разные. И я понимаю, что наш украинский менталитет мне намного ближе. То есть, знаете, как говорится, хорошо там, где мы есть. Інга, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали, поділилися своєю історією життя. Ми бажаємо вам завершити дисертацію. Впевнені, що у вас все буде вийде, все буде класно. Чарівна Інга Дударевич, яка знає про Китай не з Google, а знає з власного досвіду, сьогодні була нашою чарівною першою ранковою гостею.